Доброго времени суток, дамы и господа, продолжаем прохождение City Skylines. На самом деле, как вы уже, наверное, прочитали, может быть, кто-то не прочитал, я писал об этом в сообществе, что мы будем играть с вами до 40-й серии, потому что время пришло потихонечку сворачиваться. Значит, какие у меня планы? Планы у меня следующие. Мне активно пишут о том, что я слишком сильно обучаю своих жителей, поэтому у меня многие заводы простаивают без рабочих. Поэтому я решил, что мы попробуем сегодня все-таки с вами построить какой-нибудь пригород. Я для него место в целом уже определил, посмотрим, насколько получится это реализовать, но план примерно такой. Смело скажу вам, что туристы идут нахрен со всей своей этой механикой. Я не понимаю, почему это так работает. Возможно, я, конечно, криворукий, что не исключено, но, возможно, не только дело во мне. Потому что количество туристов постоянно остается на одном примерно месте и увеличивается только на 100 человек еле-еле, что, конечно же, я терпеть не готов. Я могу настроить еще огромное количество разных зданий, которые дают привлекательность, но пошли эти туристы нахрен, это я вам точно заявляю. Значит, что касается пригорода. Мы, конечно же, не будем забывать про вот этот райончик, потому что надо его тоже доделать, раз уж начали. Тем более, тут еще есть места. Я вижу, что у меня тут какие-то проблемы с полицией, наверное, надо этот вопрос чекнуть. Но вообще проблем быть не должно, полиция должна просто подъехать и ситуацию решить. Поэтому строить дополнительный полицейский участок я не хочу. У нас есть с вами нефтяная промышленность. Вроде вот здесь как бы ребята одуплились, и проблемы здесь никакой нету, поэтому я не знаю, насколько нам действительно нужен этот пригород, но если мы хотим еще немножечко развить вот эту историю, то, наверное, все-таки люди с обычным образованием нам потребуются. То есть план у нас такой, мы строим пригород и делаем там только начальную школу, которой для них должно быть достаточно. Соответственно, у меня только единственный вопрос, насколько получится тогда заполнить коммерцию нормальными работниками, потому что, скорее всего, коммерции будет этих работников не хватать с хорошим образованием, но там уже посмотрим. Ну, несмотря на то, что у меня много достаточно места под нефть, я, конечно же, его полностью использовать не хочу. Пригород я планирую построить, наверное, где-то здесь, скорее всего, потому что не нашел я для него какое-то более адекватное место. И, кстати, мне сказали по поводу наших замечательных рыболовецких маршрутов, что я немножечко переборщил. И то есть у меня кораблики ходят впустую. То есть, смотрите, мне нужно набирать, как мне подсказали, 50%. Вот давайте здесь посмотрим. 50% набирать и тормозить, разворачивать, чтобы по дороге назад они набрали, соответственно, еще 50%. Давайте примерно вот зачекаем, где это место. Это место находится у нас примерно вот тут, прям 50. И пойдем с вами в маршруты. Маршруты рыболовецкие. То есть вот этот маршрутик, он как бы идет нахрен, да? Как его удалить? Я должен его вот так удалять, да? Да. Окей. Я здесь действительно борщинул. Ну, я не знал, как это работает. Я вообще думал, что корабликов больше будет, но ни хрена это не так работает. Поэтому, ладно, ничего страшного. Все неправильно переделываю, как говорится. Но мы это любим, мы это знаем, мы это помним. Берем маршрут, давайте сейчас выключим вот эту тему. Вот здесь у нас, да, 50 набралось. Окей, договорились, давайте тогда еще немножечко снесем этих замечательных маршрутиков. То есть примерно вот как раз вот здесь можно смело сносить. После чего разворачиваем кораблик вот сюда и говорим ему: братишка, не хочешь ли ты поехать в этом направлении? И братишка, соответственно, в этом направлении едет и становится более эффективным. По такому принципу мы можем в целом наладить и все остальное. Давайте сейчас на паузе я быстренько это все поправлю. Наверное, без вас сделаю это, так сказать, на монтаже, и просто будем вот сокращать размер маршрутов для того, чтобы они просто были более эффективными. Ну, в общем, что-то получилось изобразить. На самом деле, от себя хочу сказать, что рыболовецкая вот эта вся история, это, конечно, тема прикольная для разнообразия, но никакого, по сути, разнообразия-то и нет. Ты строишь одинаковые домики и настраиваешь заводов, как бы вот тебе, пожалуйста, будьте здрасте. Как у нас заводы себя чувствуют? Рыба присутствует, причем в количестве большом. Мне там писали какое-то соотношение количества заводов и 100% работающих вот этих всех рыболовецких хижин, но... Как бы я, конечно же, прочитал, но забыл очень успешно. Ты кто вообще? Ты рынок, что ли? Это рыбзавод. Хочу еще рыбзавод сюда вот построить, один как минимум. И, может быть, куда-нибудь сюда хочу еще рыбзавод построить. Давайте сделаем. Хуже не будет от этого. И рынок тоже надо куда-то разместить. На самом деле, понятно, что он строится в городе. У меня тут как бы вопросов нету. Вопрос только в том, что он шума создает безумное количество. И надо ему подобрать какое-то место адекватное, чтобы он не очень-то сводил с ума этим шумом наших жителей. Размер у него достаточно приличный. И, как бы, видите, не особо-то я могу куда его поставить. Вот в чем проблема. И, если честно, я не знаю, что с этим делать. Можно, по факту, поставить куда-нибудь в такое вот пустое место, типа вот сюда. И пускай они как бы катаются, да? Почему бы до рынка им не доехать на машине? Я никаких проблем в этом не вижу. Давайте поедем дальше. Значит, у меня план такой. Я хочу вот это вот выпилить. А для чего? Для того, чтобы сделать здесь клевер. И, соответственно, таким образом сделать нормальный выезд в наш пригородный райончик.
потому что я пока не нашел какого-то более адекватного места для выезда. Здесь тем более уже есть у нас развилочка. Пускай она просто станет чуть больше, мне такой вариант нравится. Дайте нам сюда клевер, покрутите нам клевер. И поставьте нам клевер куда-нибудь вот сюда, пожалуйста. Желательно как-нибудь так, чтобы не было супер прямых углов. Конечно, не идеально получится, наверное, но если подвигать мышкой, то может быть что-нибудь и выйдет. Отлично, соединяем всю эту историю, мы соединяем с вами ее уже дорогами супер широкими. Наверное, здесь шумозащитный экран ни к чему, поэтому я возьму просто и сделаю вот так. Ну, понятно, что сам клевер как бы у нас немножечко другого размера. Вот здесь у меня стоят вот такие, я думаю, что их пока будет хватать, поэтому оставим их. Ну да, чуть-чуть кривовато, ну сорян, как бы, ничего страшного. Ну и здесь сделаем вот такие дороги. Клевер улучшить везде не получится. Да, я понимаю, что я могу снести вот эту верхнюю штуку и потом сделать ее тоже шире и все вот это шире. Я не хочу этим заниматься, мне лень, если честно. Пусть они катаются пока так. Если сейчас прям будет большая проблема, что у меня здесь произошло-то, то мы, конечно, над этим поработаем. Но пока что мы имеем с вами возможность вывести шоссе куда-то туда, соединяя со всеми остальными шоссе. И таким образом построить где-то здесь наш замечательный пригород. В общем, я здесь немножечко поправил территорию, так сказать, да. Я ее просто... ага, я понял. Я ее поправил в плане ландшафта, потому что здесь была дичь, опять же. И дабы в дальнейшем с этой дичью не бороться, я часть пока что сделал. Но понятно, что я хотел бы сохранить местные красоты, так сказать. Вот эти речки и всякую такую историю. Но, тем не менее, здесь еще очень много работы. Я так вот сейчас повожу при вас кистью, сделаю... создам... видимость того, что я что-то делаю, вот. Ну, в общем, на самом деле, это тоже надо бы поправить, и надо сейчас подумать, что здесь у нас получится. Значит, вода сейчас уйдет, все здесь нормализуется и будет хорошо, у нас есть уже шоссе. Давайте, наверное, начнем сначала чертить дороги, и потом уже будем пытаться понять, откуда мы это все дело запитаем основной трассой. Мне кажется, что я хочу сделать что-нибудь такое вот, знаете, какое? Я вам сейчас примерно расскажу. Ну, допустим, будет у нас здесь вот такая вот дорога, мы от нее будем плясать. Соответственно, здесь мы можем поставить вот такую вот дорогу. Да, как вариант. Я сейчас объясню, зачем я делаю именно так. Да, например, пускай будет, наверное, все-таки вот так. Нет, не вот так, вот так. И мы можем сделать по центру коммерцию, да. А с тех сторон уже сделать, соответственно, обычные зоны, жилые. Тема нормальная, звучит интересно. Так, нам бы как-то это будет надо соединить. Ну, то есть, грубо говоря, мы можем брать и делать здесь какие-то зоны. Да, вы поняли, наверное, о чем я. Соответственно, эта история у нас как главный проспект, так скажем, да, пойдет куда-то вот туда. Наверное, я пока ее продлю вот до сюда прямо. И, может быть, завернет куда-нибудь даже вот на тот островок. Но, опять же, здесь надо сначала с рельефом поработать, поэтому я туда не лезу, чтобы там дичи какой-то не получилось. Вот, и теперь надо понять, откуда мы приведем шоссе. Ну, понятно, что оно пойдет вот как-то здесь. И, наверное, оно повернет. Я не буду здесь делать мост, оно, наверное, повернет и приведет нас вот туда. Давайте попробуем это тоже организовать. Дорогу пока можно делать прямой до какого-то момента. Нет, давайте пока возьмем вот такую. У нас здесь все-таки пригород, а не какой-то огромный город. Что там происходит? О, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята, ну конечно же, потому что надо делать обратно вот такой ширины дорогу, да, и почему вы вообще тупите, объясните мне, а, потому что вот здесь, да, давайте вот эту дорогу мы вернем обратно, идут они нахрен с этой четырехполосной, потому что они с трехполосной справиться пока не могут, но сейчас разъедутся, я уверен, что как раз в этом и была проблема, в общем, давайте вернемся к шоссе, дорога пойдет у нас, пойдет она, соответственно, вот туда, и здесь мы сейчас будем искать какой-то вариант для поворота, наверное, позволю себе сразу ее развернуть. Окей, какой-то вариант для поворота, наверное, какого-то адекватного в целом хотелось бы, но не обещаю ничего ровным счетом. Поэтому я возьму здесь вот так, я возьму здесь вот так, например, да, ну, наверное, да. И здесь у нас что получилось? Здесь у нас получился пригорок, ну, ничего страшного, это меня не очень беспокоит. Так, расстояние примерно такое, да, то есть мне надо вот так вот взять и сделать вот так. Ну, я это делаю просто для того, чтобы мне было удобнее запитываться, да, то есть давайте вот до сюда проведем. И здесь, соответственно, попробуем повернуть. Во, вроде нормально получается. То же самое надо и здесь сделать, потому что мы хотим, чтобы было как-то нормально. Но нормально не всегда выходит, мы это знаем. Ну-ка зацепись, покажи. Покажи мне, где это находится, черт возьми. Я видел, что есть. Какого хрена вообще
ты мне рассказываешь. А, вот почему-то хочет, но не от всего сердца. Ну, то есть вот так, да? Ладно, пусть будет нормально. В целом можно попробовать провернуть вообще следующую историю. Я не знаю, насколько получится, но опять же попробовать можно, а почему бы и нет. Мы тут вообще пригород строим, а не вот это вот все. Я делаю вот эту дорогу подальше. Даже, наверное, могу себе позволить пока что сделать вот до сюда, например. Пускай будет, снести мы всегда успеем. Если что, денег достаточно. Правда, минус 40 тысяч, я хрен его знает. Я уже как бы устал об этом думать. И устал с этим бороться. Значит, здесь мы можем с вами сделать подъем. Сделать подъем, да, например. А, подъем и сделать вот такой вот мост. Ну-ка, ровно сделал. Ну, вроде нормально. Вроде мне нравится. Ну и, соответственно, тут повторить. Само собой. А, понятно, что шоссе пойдет дальше. Возможно, где-то будет пока что тупичок для того, чтобы, так сказать, мы могли с вами, если что, там продлить. Давайте сделаем, наверное, здесь уже в виде моста. Да, я делал, кстати, почему-то, надо это исправить, без шумозащитных экранов. Давайте сделаем, наверное, шумозащитные экраны. Так, это у нас в какую сторону вообще пойдет? Или это с шумозащитными экранами? Да, это с шумозащитными экранами, все нормально. Тогда потом я разверну в нужные стороны. Сейчас я пока что буду подводить именно таким образом, чтобы мы могли с вами... Блин, ну вот здесь не стоило, конечно, согласен. Шумозащитные экраны пускай будут там. Мы здесь просто подведем так, чтобы нормально опять же закруглить. Да, например, вот так. Например, вот так. И здесь, конечно же, у меня получается неровно. Но мне это не нравится, я хочу, черт возьми, ровно. Поэтому будьте так добры. Угу. И давайте еще чуть-чуть возьмем тогда вот здесь. Вот так вот поровну, чтобы было. И теперь попробуем закруглить. Вот до сюда получается? Получается. Вот до сюда тоже вроде должно получиться. Ну все, в целом здесь готово. Да, я понял, прямой угол вот здесь. Совершенно все равно, я вообще больше не буду об этом думать. Поэтому уж извиняйте. Так, направление движения. По внешней, по внутренней полосе мы едем в ту сторону, правильно? Правильно. А здесь мы едем в другую сторону, поэтому вас надо, черт возьми, развернуть. Но здесь есть какой-то косяк, который мы тоже исправляем. Возможно, чуть позже мы вот это все продлим. Пока что я сделаю вот так, да, просто-напросто. И мы забьем на это вообще. Значит, что мы будем делать? Да мы будем делать просто съезды. Опять же, сейчас будут прямые углы, поэтому уберите детей от экранов. А я как бы париться не планирую. Поэтому уж не серчайте. Ну, вообще, идея мне нравится. Давайте, может быть, пока что я... Знаете, как сделаю? Я сделаю вот так, наверное. Пускай будет. Ну, я сейчас только дороги рисую, потом мы уже будем разграничивать, где зоны будут находиться и так далее. Какой-то автобус, может быть, организуем. Может быть, надо и метро, конечно же, тоже нарисовать. Дайте мне, пожалуйста, шоссе съезд желательно. А мы возьмем вот отсюда, наверное. Возьмем вот так и скажем, братишка, нам надо срочно съезжать. Мы съезжаем вот сюда. Ладно, давайте я попробую сделать гребаный съезд получше, потому что иначе я не знаю, что может случиться с кем. Мало ли там у кого-то сердечный приступ. Я сделаю нормально, попробую, по крайней мере. Вот отсюда мы... Да повернись ты. Вот сюда, вот здесь, вот так, и вот тут, вот сюда. Но только единственный момент, что я взял не ту дорогу. Я бы хотел бы, наверное, съезд вот такой вот здесь брать. Или не хотел бы. А может быть и не хотел бы. Нужен ли здесь такой широкий? Ладно, давайте... Блин, не, хочу переделать. Мне не нравится, что он такой широкий. А вот такого будет вполне достаточно. Это сколько? Это одна полоса, правильно? Что это такое вообще? Съезд шоссе. Ну да, все нормально. Съезды готовы, остается только в правильную сторону их развернуть. Соответственно, правильная сторона в данном случае это вот так, да? Здесь мы съехали... А здесь мы заехали. Ну, вроде вот как-то так это все работает. Замечательно. Съезд теперь у нас есть. Теперь нужно всю эту историю расчертить. Соответственно, мы понимаем, что у нас тут есть возможность делать следующее. Мы можем просто... Не уверен, что вот здесь стоит делать перекресток, да, потому что это может повлиять очень плохо на всю нашу инфраструктуру, и все может встать просто в огромнейшей пробке. Понятно, что также стоит сделать где-то сквозной проезд. Ну, иначе по-другому не выйдет. Давайте его вот здесь и сделаем. Например, мы все-таки рассчитываем, что это у нас зона малой плотности застройки, и, соответственно, все должно быть хорошо. Не придумал пока какого-то плана, придумал пока, наверное, делать какие-то квартальчики. Единственное, что можем попробовать с вами сразу же оставлять какое-то место под тротуарчики, под всякую такую вот историю, которую мы любим, соответственно. Наверное, без велосипедных дорог, потому что застройка здесь будет у нас маленькая, и перекрестков будет достаточно много. То есть мы можем пока что с вами, наверное, привезти сюда воды, привезти сюда электричество, и потом уже дальше смотреть. Наверное, соединения должны быть чуть чаще все-таки, поэтому я позволю себе здесь сделать еще одно. Ну, не чуть чаще, но больше, чем одно, это точно. Там понятно, что есть разворот, но как бы он пока не будет использоваться. Вот, а промышленность мы здесь строим,
само собой, нигде не будем, потому что нам это нахрен как бы и не надо. Давайте здесь я сделаю все-таки более-менее симметрично. Симметрично вот так. Симметрично вот так. Да, здесь будут опять же зоны коммерческие рядом с жилыми, но мы на это не будем обращать внимания, потому что мы не хотим на это обращать гребаного внимания. Значит, что нам понадобится? Давайте я пока, наверное, вот этот хвост уберу. Я сейчас электричество как-то должен провести. Я могу, в принципе, наверное, взять вот отсюда и туда это все дело как бы послать. Наверное, я пока здесь как-то кривовато проведу, просто чтобы было, потому что потом, возможно, мы с вами достроим, ну, невозможно, а точно, мы это для этого и делаем, достроим с вами зону с нефтью, да, побольше сделаем, сейчас у нас работники появятся, и будет у нас все хорошо тогда, и мы, соответственно, немножко подвинем вот эту всю историю. Ну, давайте мы приведем, блин, что-то криво так приводишься-то, ну-ка давай, ладно, хрен с ним, приведем сюда, я просто думаю, здесь где-то, наверное, зря я удалил дорогу, здесь должно быть продолжение, и, возможно, здесь какой-то проезд туда насквозь. Ты что хотел, вот сюда подсоединиться? Не, это фигня. Так делать не нужно. Здесь нам, конечно же, все мешает. Ну ладно, в общем, суть в том, что в любом случае здесь можно сделать вот такой вот закуточек, да, и, соответственно, здесь что-нибудь построить. Ну, я не знаю, насколько здесь будет актуально жилые дома, мы посмотрим, подумаем. Может быть, просто здесь какой-нибудь парк бы себя нормально чувствовал, да, потому что парки, конечно, не образование, но строить их надо. Давайте построим сразу сюда парк, вот вам электричество, все в целом счастливы, вода уже подведена. Давайте немножечко нарисуем зоны. У нас здесь, в принципе, надо 4 на 4, да, как минимум. Я думаю, что мы можем сделать следующим образом. Рисовать 4 клеточки, да? 4 на 4 же получаются здания. Пропускать 2 клеточки. Рисовать 4 на 4, да? Вот как-то вот таким вот образом мы можем поступить. Зачем я пропускаю? В общем, идея такова, что мы могли бы с вами на самом деле сделать следующее. Мы могли бы с вами... Блин, они начинают строиться, давайте на паузе. Пока что мы могли бы с вами в этих клеточках сделать что-нибудь. Например, какие-то дорожки пешеходные, велосипедные, пусть будут все-таки хотя бы чуть-чуть. И, например, мы могли бы сделать здесь какие-то деревья, я не знаю. Давайте попробуем. Значит, нам нужна дорога. Давайте вот такую возьмем. И вот она замечательным образом прокладывается. Например, раз, например, два, например, мы возьмем с вами теперь велосипедную дорожку и повторим, например, вот так, и, например, давайте вот так, да, внимание, вопрос, зачем тогда вот это, ну, здесь либо еще дорожки, да, либо, я не знаю, наверное, все-таки какие-нибудь деревья здесь бы смотрелись охренительно. Давайте попозже это сделаем, сейчас они достроятся, и мы, соответственно, уже что-то придумаем. Я пока предлагаю коммерцию разместить до конца, насколько это возможно. То есть примерно вот так, и, черт возьми, вот так. Слушайте, получилось прямо как то, что доктор прописал. Везде по 4, да? Да, везде по 4. Можно тогда дорожки сразу организовать, ну, чтобы мы уже точно знали, что они здесь есть, и что можно не париться. Соответственно, здесь у нас пешеходная. Блин, а может быть надо было чередовать просто? Ни хрена тут какая ровная дорога, вот это да, вот это уважаю, конечно. Давайте мы просто будем чередовать, мне кажется, это нормальная идея, то есть, соответственно, например, велосипедная дорожка, отлично. Например, здесь у нас, давайте без деревьев, давайте вот такую, ты кто, парковая дорожка, давайте обычные вот такие вот штучки. Без деревьев, отлично, давай, то есть я вот сюда делаю еще одну такую, вот сюда еще одну такую. Вот сюда еще одну такую. Ну и не поверите, здесь мы тоже дорожку проведем. Соответственно, дальше у нас будут велосипедные, которые также будут чередоваться. Ну вот велосипедная решила меня побесить и не встает в клеточку. Ну вот вроде я ее заставил это сделать. Ну пожалуйста, блин, игра, зачем ты это делаешь? Я не хочу отключать просто привязку, чтобы дороги ровные были. Вот, и мы с вами таким образом поставили что-то более-менее адекватное. Ну все, я доволен тем, что получилось. Коммерция в целом у нас присутствует. Теперь давайте определимся по жилым зонам, соответственно, маленькой плотности. Пока что предлагаю начертить вот здесь, да, для того, чтобы они сначала это застроили, потом уже все остальное. Понятно, что здесь также требуется что-то связанное с общественным транспортом, но, наверное, чуть позже, потому что сейчас наша деревушка еще не развилась до такого... Развилась, ну вы поняли. Не развилась до такого состояния, в котором общественный транспорт ей действительно нужен. Надеюсь, что велосипедами будут пользоваться, потому что мы велосипед-то любим, черт возьми, и деревья мы любим. Слушайте, знаешь, что я понял? Я сделал ошибку. Я сделал гребаную ошибку. Потому что я хочу сделать где-то тоже какие-то аллеи с деревьями. Раз, два, три, четыре. Вот здесь пропускаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давайте вот так побреем. Да, получается. Так, вот это пока снесем, пока не строится. Сейчас я, подождите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так делаем. Пропускаем две. Делаем еще восемь.
на 4. И здесь надо то же самое провернуть. Подожди, дружище, давай, ты вот этот построился, мы тебя оставляем. Вот тебе еще 4 на 4, потом 2 пропустили. И еще вот так вот забацали. Не будем здесь делать просто огромное количество всего. Так, здесь нормально, вот это надо убрать. Потому что они здесь все равно не построятся, как бы. Вот, и пускай будет. Ну, понятно, что можно было чуть правнее в плане относительно вот этого всего, но это не так важно. Ну, давайте дадим минимального образования этим людям, потому что оно им в любом случае потребуется. Я думаю, что школа вот здесь себя будет чувствовать вполне неплохо, где-то по центру. И, наверное, нам также понадобятся все остальные службы. Но здесь как бы не наверное, а точно. Давайте сделаем просто вот так. Здесь у нас будет поликлиника. Здесь у нас будет небольшая пожарная станция. И где-то еще нам надо разместить маленький полицейский участок. А полицейский участок мы поставим, например, вот сюда. Но ровно он ставиться не хочет. Но ты что думаешь, дружище, мы с тобой не справимся, что ли? Ты думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя переиграю. Ставим его вот сюда. Все, в целом, все необходимые службы имеются. Полиция там куда-то поехала. Электричества пока нету. Ты что, дружище, дурачок? Зачем ты построил 101? Ну, сейчас тебе корешей подгоним. Погодите, а здесь я что-то неправильно посчитал, да? То есть вот здесь все-таки зелененькая должна быть. Погоди, так это и здесь я неправильно посчитал? Блин, ну да, то есть получается я немножечко тупанул. Это, конечно, моя вина. Но здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какого хрена? Ладно, пусть будет. Еще немножечко зон никому не повредит, поэтому я не буду и себе в этом отказывать. Сделаем пока вот так, например, пусть будет. Пускай домики строятся, но это все-таки пригород, а не огромный город, поэтому вот с такими вот маленькими домиками. Давайте каких-нибудь деревьев теперь поставим, потому что уже видно, что там происходит. В этот раз это будут не елки, черт возьми, давайте что-нибудь другое выберем. Сосна, конечно, классная, но она как-то мне не очень нравится, я не знаю. Ты кто? Вот такое вот дерево давайте воткнем. Вот здесь у нас вдоль вот этих вот аллей, которые здесь очень криво как-то встали, потому что там, видно, какой-то перепад идет, я не знаю почему. Мы разместим вот такие замечательные деревья, которые, несомненно, сделают этот пригород только лучше. Вообще здесь должно быть больше зелени, я так считаю, поэтому нужно эту историю обязательно организовать. Дома продолжают строиться, у них все хорошо, электричество у них есть, вода у них тоже присутствует. Ни в чем не нуждаются, школу они получили, хотя бы начальную, магазинчики у них тоже имеются. Что еще можно сделать? Да, я даже не знаю, на самом деле, сейчас посмотрим. Наверное, надо сначала каких-то зон еще организовать, потому что их нужно в любом случае больше. Потребность присутствует, есть потребность в промышленности, есть потребность в коммерции, само собой. И как бы, я не знаю, наверное, сейчас будем что-то достраивать. Ну, коммерция по-любому здесь появится по центру, да, вот вдоль вот этой всей аллеи нашей. Вот. А что касается уже промышленности, ну, будем добавлять тогда вот это. Машинки сюда едут активно, не знаю, связано ли это с тем, что люди появились. Но здесь явно требуется какой-то дополнительный будет выезд, может быть, как-то вот отсюда. Я не знаю, если честно. Но здесь явно стоит переделать, короче, всю эту историю, потому что работает не очень эффективно. Я так понимаю, ребяткам нравится, поэтому я предложу им заселиться еще. Будем заселять их как-то вот так, например, да, ну и как-то вот так, само собой, пускай они пока застраиваются, потом мы все остальное проведем уже, наверное, где-то опять же будем чередовать, не знаю, как-то так у меня здесь получилось, криво, ну-ка, типа эта зона больше, чем это, может быть, не знаю, ладно, не буду запариваться, пофиг совершенно, мы не обязаны строить прям максимально плотно. Что-то там можно сделать, какой-то достопримечательность местного поселка, так сказать. Я не знаю пока какую. Можно какие-то политики еще забацать. Как у вас тут дела с трафиком, ребята? Вы пока нормально? Ну, вроде катаются, вроде ездят. Уезжают они тупо вот отсюда, поэтому, да ведь? Ну, вот отсюда еще уезжают. Ну да, получается, отсюда они не уезжают. Это вообще можно было особо не делать, потому что они съехали и уехали, а вот оттуда никто с той стороны не едет. Ну, хрен ты с ним. Это как бы история про будущее. Возможно, там дальше что-то построим. Там вон у нас еще где острова есть, видали? Вот там вот. Ну, понятно, что это далековато, но в целом можно опять же какой-то построить небольшой поселочек, но напоминаю, что у нас осталось, кроме этой, еще 4 серии, да ведь, правильно? Это 36-я серия, скорее всего, и следующая будет 37-я, значит, да, все верно, еще 4 серии у нас остается. Позволил себе нарисовать еще какое-то количество квадратов, не думаю, что это будет плохо, думаю, что надо использовать как-то вот это вот пространство, и здесь мы сделаем что-нибудь такое, просто вдоль воды, да, наверное, это будет неплохо смотреться, и мне кажется,
кажется, что набережная здесь не появится, потому что, ну, слишком здесь маленькая речка, нахрен эта набережная здесь как бы и не нужна, да? Ну, то есть, вот что-то типа того мы здесь типа заворачиваем, да, например, вот так, и пытаемся куда-то ехать дальше. Давайте здесь сделаем прямо. Мы сейчас наметим вот эту береговую линию, и таким образом просто уже от этого будем плясать, потому что понятно, что квадратов нарисовать везде много ума не надо, а вот если вот это сначала мы хотим как-то занять, то было бы прикольно. Здесь игра нам подсказывает про то, что мы вот так вот делаем, да? Ну-ка, а вот вообще получится, насколько это получится сделать, да уберись, вот таким вот образом, ни насколько, то есть здесь какой-то будет поворот. Ну и ничего страшного, пускай будут какие-то повороты, я сейчас просто сделаю сразу эту береговую линию, мы просто париться уже не будем, будем ехать дальше. Думаю, что пока хватит, вот от этого будем плясать, возьмем сейчас какие-нибудь дороги, а вот здесь, если прямо получится... О, получается, мое уважение. И давай здесь тогда сделаем вот так, а вот тут уже мы так не сделаем. То есть тут как бы какую-то фитюлину надо будет выделывать. Ну и ничего страшного, нормальная тема. Как вы себя чувствуете вообще, ребята? Все хорошо у вас? Деревья у вас, я смотрю, нормальные. Ну классно, ну здорово. Значит, надо поставить вам еще один парк. Я уверен, что он должен быть тоже с этой стороны, вот в этом вот закуточке. Наверное, я бы поставил бы просто такой же парк, потому что почему бы и нет? Ты такой же парк. Вот, ты такой же парк. Держите вам парк. Ну понятно, что там ребята не очень довольны, потому что парков у них как бы не очень много, но мы это исправим, подождите. Мы сейчас парков-то каких-нибудь добавим. И, кстати, а что если мы где-то здесь сделаем гребаный природный парк? Я думаю, что мы закрепим эту идею, она мне только что пришла в голову, и сделаем это в следующей части. Сделаем это в следующей части, потому что сейчас мы будем развивать пока что этот городочек. А, не знаю, как тут лучше поступить. Очень хочется, как бы, знаете, вот так вот эти службы как бы оградить от всего, да, сделать здесь вот такую вот фигню. И сказать им, что вот, живите здесь своей жизнью, я вам еще деревьев тоже каких-нибудь дам, наверное. Не вижу смысла здесь делать какие-то тротуарчики. Так, давайте тогда сразу по примеру нашего жилого квартала. Раз, два. Кстати, здесь может не быть воды, я там не везде провел, поэтому надо сейчас будет обязательно проверить. А, начертим еще. Будем пока развиваться в нижнюю сторону. Здесь почему-то так получилось. Так как так-то, блин? А, я не знаю. На одну клетку типа здесь больше, да? На одну меньше здесь. Ну и хрен ты с ним, ладно, будет немножечко несимметрично, ну что поделать, нормально. Сейчас еще дома построятся, можно в целом сейчас тогда провести им что-нибудь. Давайте тоже чередовать, я возьму сейчас велосипедную дорожку сначала. Да, например, игра сейчас будет меня бесить, я проведу ее. Давай слева, давай нахрен слева, вот здесь хочу. Вот давай слева, вот здесь велосипедная дорожка, пропускаем для тротуара и велосипедная дорожка. Отлично, ну и здесь, соответственно, повторяем велосипедные дорожки. Здесь тоже повторяем велосипедные дорожки. Ну-ка. Блин, я не знаю, не хочется мне отключать привязку, вот правда, я боюсь просто где-то криво повести, и потом у меня что-нибудь случится. Велосипедная дорожка и, соответственно, обычный тротуар тоже не забываем, он будет у нас просто по центру. Не знаю, может быть, здесь я и ошибку сделал, может быть, надо вот эту было дорогу центровую сделать все-таки побольше, пошире, но да хрен с ним, нормально. Мы, как я и говорил, не планируем здесь гигантских городов строить, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Давайте тогда добавим. Пусть будет. Ой-ой-ой-ой-ой, добавил. Не надо нам такого, нам надо вот такого. Вот такого вот добавим. Здесь, тут, там, короче, и всякое такое. И пускай они потихонечку строятся. Сейчас я быстро воду проверю, а то я, как всегда, блин, сказал и забыл. Ну-ка. Да не, вода есть, нормально все. Все хорошо в этом плане. Здесь вдоль берега мы что-то пойдем. Наверное, где-то здесь надо будет закруглиться. Я не знаю. Как-то сделать надо нормально. Ну, можно, знаете, как сделать. Давайте попробуем провернуть. Можно провести здесь какую-то прямую линию относительно того, что уже есть. Вот здесь. Здесь, типа, сделать какой-то закуточек, да, вот такой, например. Ну, я не знаю, да, типа того, в общем. Или, может быть, его сделать немножечко не так, а сделать его, например, вот так. Дай мне вот этот инструмент и убери нахрен бульдозер. А, ну, вот как-то вот так, типа, не знаю. Вот так нормально. Ну-ка, еще чуть-чуть можно? Во, еще чуть-чуть можно. Ну, пускай будет, да, почему бы и нет-то. Он здесь нормально себя будет чувствовать. Ну, и дальше повести что-нибудь еще куда-нибудь. Ну, я бы в идеале, конечно, бы, наверное, все-таки поворачивал бы здесь, не доводил бы до шоссе, потому что смысла в этом никакого нет. И, может быть, даже бы начал вот отсюда тогда чертить. Ну, типа, ограничился бы вот местом, например, вот этим, да. И здесь, соответственно, повернулся бы как-то вот сюда. Ну, блин, здесь прикручивается не так, как хотелось бы. Но надо, потому что инструмент другой взять, и все прикрутится так, как хочешь. Ну, вот здесь, где вот они, типа, соединяются, и пойдет. Оживает потихонечку наша вот эта промышленность. Посмотрите, какое количество машин на шоссе. Это просто жесть. Здесь просто караван, везде просто караван. Ну, кстати, аэропорт себя чувствует адекватно, да? И даже вот это все чувствует себя адекватно. Ну, там какая-то пробочка есть, так или иначе. Здесь-то как дела у нас?
Здесь тоже вроде более-менее. Они, кстати, начали пользоваться вот этой вот штукой. И меня это радует. Этим туннельчиком. Это хорошо, это замечательно, это мне нравится. Возможно, здесь еще что-то построим. Но здесь надо достраивать просто вот этот район уже. И как бы быть в дамках, так сказать. Что хотите? Может быть, хотите что-то, деловые зоны какие-то? Ребята, я же без проблем как бы вам построю, вы же знаете. Ну, надо вот это заполнять. Здесь у меня что получилось? Здесь получился вот такой вот райончик. С вот такой вот пустым местом с таким. Ну, ладно, это тоже меня не очень беспокоит. Давайте, короче, вернемся все-таки к тому, чтобы посмотреть, что у нас здесь происходит. Ну, здесь на самом деле все хорошо, мне нравится. Я бы подумал бы, что еще здесь хочу. Пока что автобус я здесь точно не хочу. Но вот метро бы я бы куда-нибудь организовал. Потому что метро тема как бы нормальная. И как у нас идут вообще ветки, надо тоже посмотреть. Сюда метро мы не подвели. То есть вы хотите сказать... Что мне надо от какой-то ветки запитываться и вести. А вот, погоди-ка, ну-ка. Да, слушай, вот это, наверное, хорошая идея, вот она. Вот, ну, просто я не хочу делать еще смежную станцию одну, как с какой-то остановкой. Я бы, например, вот эту бы продлил линию и привел бы ее вот сюда, да, соответственно. Давайте попробуем организовать в этом поселке метро. Метро тема нормальная даже для поселка, поэтому почему бы и нет. Как раз вот здесь оно встает. Немножечко затронув жилые здания, которым станет очень шумно. Мне надо вот в такой плоскости, скорее всего, все-таки. И вот здесь прям идеально выглядит. Блин, ну если они будут жаловаться на шум, то мы просто на самом деле их снесем и поставим там коммерцию. Вот люди начинают заезжать. Здесь просто пробка. Все это заработало и перестала работать моя дорога, поэтому здесь надо будет сейчас что-то придумывать. Наверное, не сегодня, но надо придумывать точно, потому что здесь уже просто... Адский ад, посмотрите на это, здесь непонятно что. Окей, значит, что касается метро. Метро должно быть и здесь, но в любом случае мы всегда успеем его подвести туда, потому что у нас уже будет готовая линия, которая нам поможет это сделать. Поехали под землю, здесь у нас куча туннелей, скорее всего придется их объехать, да, я так понимаю. Ну, хотя здесь дает вроде игра. Ну, давай мы возьмем вот так тогда, здесь повернем, чтобы голову нам не делало, и нам плюс-минус надо двигаться теперь прямо. Ну, не плюс-минус, а прямо-прямо. Да, вот так вот делаем. Это же под землей будет все равно, да, там просто мы природный парк будем строить, поэтому это... Давайте нам голову не делайте. Значит, сюда подводим и сюда, соответственно, тоже подводим. Тут кто-то помер, кстати, да, кладбище я не построил, но мне сказали, строй лучше крематорий, и я попробую в этот раз сделать именно так, потому что идет это кладбище нахрен тоже вместе с туристами, ибо я не знаю, почему это так работает. Так, школа, чуть-чуть, давай... Вот так сделаем тебя. Ну что, вы расстроились и обрадовались, да, получается? Ну, бывает. И вам пока что вот здесь рядом со школой один крематорий. Ну, то есть, как бы, примерно, да? Отсюда можно сразу сюда будет. Но здесь как бы все сразу. Или это не школа, это полицейский участок? Это поликлиника, нормально. Не выздоровел, пошел, сгорел, в общем. Пойдет. Но наш поселок набирает потихонечку обороты. Метро у них уже появилось, поэтому я думаю, какое-то количество трафика оно все-таки скушает. Маршрутик я провел. Вот, пожалуйста, доказываю, если не верите. В общем, все вроде работает. Можно потихонечку зоны рисовать. Не знаю, как вот здесь поступить, да? То есть, может быть, здесь как-то поступить. Ну, логично. Давайте тогда поступим вот так здесь, как минимум. Здесь мы поступим вот так, например, да. Вот эту можно не застраивать. Здесь посадим каких-то деревьев. Сделаем вот такие вот, да, небольшие. Ну, вот здесь надо делать. Блин, и вот здесь бы сделать, да. Ну, ладно, здесь не будем. Сделаем небольшие такие участки, которые еще можно будет деревьями прорядить, например. Было бы прикольно. У меня потихонечку здесь, кстати, уже готовые домики, которые позволяют мне... Верните меня на землю. Позволяют мне провести здесь, соответственно, дорожки и всякое такое. И надо будет еще деревья посадить этому кварталу тоже. Но построившемуся жилому, потому что... Погоди, здесь не надо. Вот здесь надо. Да, здесь у нас велосипедная дорожка. Ну, пожалуйста... Будь так добра. Здесь велосипедная дорожка. А вот здесь у нас что? Здесь у нас должен быть тротуар, получается. Что, я этот вопрос как-то упустил? Не, знаете что? Не будет там тротуара. Там будет у нас деревья. Потому что деревья — это классно. Немножечко озеленил всю эту историю. Деревья появились. Я вижу, что какой-то пожарчик. Но ничего страшного. Знаете, на самом деле, думаю, что стоит этот район привести как бы действительно к какому-то району. И, так сказать, сказать ему, что у тебя есть какие-то политики. Потому что, ну, а почему бы нет? А мы можем себе это позволить, во-первых. А во-вторых, наверное, в большей степени нам это просто надо. Наверное, я прям вот так вот сделаю, потому что здесь этот район тоже будет 100%, и как бы я в этом не сомневаюсь. Может быть, куда-то наверх он разрастаться не будет, но вот до сюда он точно дойдет. Окейушки, давайте посмотрим, что мы хотим. Здесь автоматом стоит приоритет на велосипеды. Я так понимаю, это связано с тем, что дороги у нас велосипедные. Что мы можем еще сказать? Переработка отходов. Давайте на это потратим денег. Установка датчиков дыма, не знаю. Поддержка образования смысла не вижу. Давайте здесь сделаем. Что нам дает вот это?
легализация легких наркотиков, небольшое увеличение доходов от налогов, среднее увеличение количества туристов, небольшое снижение уровня преступности, уровень увеличения расходов на полицию 15%. Ну, не знаю, если честно, но вот туристы это прикольно, дирижабли понятно, предпочтение паркам, переработка пластика, бесплатный Wi-Fi пусть у вас будет, ну и чего еще, налогообложение, городское планирование, элитный район, наверное, нет. Высокотехнологичные дома, наверное, нет. Короче, слушайте, ладно, я вообще в большей степени велосипеды хотел, но что-то еще добавил. Думаю, что лишним не будет. Надо, наверное, расчертить вот эту зону. Пока что вниз поедем до конца сначала, чтобы не во все стороны развиваться, а потом уже будем и куда-то в другое направление достраиваться. Давайте здесь сделаем что-нибудь вот такое, например. Как вам такой план? Мне что-то не очень нравится, если честно. Надо придумать как-то по-другому. На самом деле все гениальное просто. Я сделал здесь еще один прямоугольник, который точно совпадает с очертанием вот этого дела. И, соответственно, запилил сюда, как вы поняли, дорогу. Ладно, давайте тогда мы здесь тоже что-нибудь начертим. Люди что-то пока что очень активно как-то, знаешь, заселяются, да? И это хорошо. Мне нравится, что это происходит. Потому что я думал, что будет какой-то тупняк. Блин, вот здесь не хочется проводить. Давай вот так сделаем. Давай сделаем вот так тогда. Вот это, наверное, тоже выпилим. Ну, селитесь здесь. Не знаю, как они поселятся, короче. Пускай попробуют, потому что я хотел здесь все-таки дорожку провести. Не факт, что теперь получится. Надо, наверное, еще коммерции добавить, что уже нам показывает шкала наша классическая. Любимая наша шкала, которую мы так обожаем. Коммерция, само собой, поедет в этом направлении. Будем делать также плюс-минус по 4 пока что. Знаете, можно было бы на самом деле изначально сделать еще по-другому. И сделать так, чтобы, короче, был еще пробел между зданиями. И тогда бы можно было бы деревья еще за ними посадить. Ну ладно, это уже такое, конечно. Это уже не обязательное условие. Но, тем не менее, в этот раз у нас получается построить что-то более-менее зеленое. Сразу с подготовленными местами. Блин, заводов построил, теперь рыбы не хватает. Ну, блин, если честно, мне все равно. Я вот, правда, забью на это. Я лучше вернусь к нашему замечательному городку, который здесь строится потихоньку. И что-нибудь попробую еще нарисовать. Ну а что тут пробовать? Тут надо рисовать тупо дороги, как бы, на самом деле. Я вроде делал вот так вот, в два вот этих, да, получается, в два отделения, в две вот эти штуки, в две полосочки. Ну, поняли, короче, не знаю, как объяснить. И странно, что у меня получилось неровно как-то. Не знаю, почему так вышло, если честно, не понимаю. Ну, да и хрен с ним. Хотите еще домов? Получите еще домов. Давайте, ладно, вот сюда заселяйтесь, хрен там с вами. Я вот здесь, может, что-то попробую, здесь. Но ничего не обещаю. Опять же, надо добить вот это. Давайте, раз уже договорились, что добиваем вот это, значит, добиваем вот это. И вот здесь как раз получается какое-то место, да? Но это слишком большое место, если вот так, это максимально в упор. Давайте немножечко проредим. Ну не надо, дядя. Зачем ты строишься криво, если ты можешь строиться ровно? Объясни мне, пожалуйста. Ладно, стройся вот так, хрен с тобой. Давайте тогда сюда тоже людей заселим. Примерно вот так, только без вот этого, да, получается? Угу. И сюда тоже людей заселим. Так, как вас тут заселить-то? Давайте вот так. И давайте, давайте вот так. Так, например, да? Ну, нормально, нормально. Пускай селятся. Но у нас в целом-то есть еще вот здесь много места вдоль береговой линии. Наверное, все-таки я здесь не хотел бы коммерцию. Коммерция, мы определились, где у нас находится. И она чувствует себя здесь нормально. Трафик небольшой, все катаются спокойно, аккуратно, немного машин. Плюс еще на велосипеды стоит приоритет, потому что поэтому многие вон катаются на велосипедах и едут в метро. 78 пассажиров обслужено, то есть все-таки метро не просто так было построено. Ну, наверное, надо добивать тогда вот эту зону уже и успокоиться на этом. На сегодня. Будут ли здесь жить люди? Слушайте, да, скорее всего, потому что я не вижу каких-то других вариантов. Я не хочу здесь делать коммерцию, пускай они здесь живут. Да, вот типа вот такого какого-то. Ну а чего здесь? Просто берем и вот так вот обводим это все. И все, и пускай они селятся. Надо только расчертить вот здесь, получается. Расчертить вот здесь, получается. Давайте тоже с пробелом. С пробелом вот с таким. Но здесь не встанет, да? Ну хорошо, блин, ты меня бесишь, конечно. Ну, давай сделаем вот так. Ладно, пускай будет не прямоугольники, а немножечко что-то другой формы. Но, тем не менее. И странно, сейчас появилась какая-то постоянная потребность в жилье. Я не понимаю, почему это так работает. Но да ладно, хорошо, хрен ты с ним. Я как-то это переживу. Давайте здесь тогда сделаем вот так. Вот это уберем. И здесь, соответственно, вот так. Ну, понятно, что еще деревьев надо посадить много. Так, пожарная машина. Ты где? Вот она. Пожар будет локализован, да? Я правильно понимаю? Ну и домик у тебя, братишка, конечно. У тебя сразу вход на второй этаж? А, нет, вот еще дверь есть. Ну ладненько. Давайте дочертим тогда. Дочертим вот здесь. Остается совсем чуть-чуть в этой части. И можно будет про нее больше не думать. Но здесь как бы вариантов немного. Здесь вариантов немного, да? Я предлагаю какой-то использовать вариант типа такого.
и все. А здесь провести потом дорожки. Соответственно, здесь заселяем вот так. Пускай здесь будет под деревья. С этой стороны можно заселить. А здесь у нас, например, проезд, поэтому мы делаем вот так. А, ну, а здесь я проездов никаких, наверное, не сделаю, поэтому просто заселю. Но можно повернуть будет вот сюда, поэтому я оставлю вот это место. Надеюсь, что я не забуду в следующий раз, для чего я это оставлял. И не просто потом не приду и не заселю сюда людей, потому что такое тоже может быть. Буду, наверное, местами плотнее коммерцию ставить. То есть вот так, 4 на 4. Ну, вы поняли, да? Вместе, короче. А не вот так вот с каждую разделять. Может быть, это и нормальная тема. Может быть, и здесь можно было так сделать. Но, тем не менее, под деревья места еще огромное количество. Давайте попробуем что-нибудь здесь провести. Потому что уже здесь все в целом построилось. Кто вот здесь у нас? Здесь у нас какая дорожка? Пешеходная, да, судя по всему? Да, это она. Ну, давайте проведем вот так. И давайте проведем... Ну, не беси, пожалуйста. Я знаю, что ты можешь. И, соответственно, у тебя это получится. Давай мне сюда. Ну-ка, не хочешь, да? А просто прямую, если мы тебе сделаем. Просто прямую хочешь. Ну и хорошо, ну и пойдет. А здесь у нас тоже место оставалось, насколько я помню. Ну-ка, погодите-ка, дайте-ка я посмотрю. Да, да, место оставалось. То есть можно будет вот сюда еще дорожку провести. Мне кажется, что охренительно. Вам так не кажется? Надеюсь, что вам тоже так кажется, потому что я стараюсь. Здесь у нас получилось две велосипедных и одна вот эта пешеходная. Ну и хорошо, ну и замечательно. Значит, дальше мы здесь уже велосипедные дорожки будем проводить. Давайте, наверное, сейчас парочку опять же нарисуем. Сейчас игра будет меня снова бесить. Все, короче, я понял, я отключаю всю вот эту историю. Вот, поэтому если будет чуть кривее, чем могло бы быть, уж не обессудьте, потому что руки могут трястись. Значит, здесь едем сюда, здесь едем сюда насквозь, да? И здесь можем тоже что-то организовать. Получится? Должно получиться. Давайте сделаем вот так и типа вот так. Охрененно, просто охрененно, куча места для деревьев. Ну давайте еще и дальше продлим, раз уж можем, раз уж могем. Да, вот здесь я сделал вот эту вот историю, то есть мы тут можем раз сделать, сделать два. Ну насколько нам вот здесь нужно соединяться? Ну давайте соединимся, пускай заезжают, почему бы нет. Опять же, под деревья место остается, здесь дома только начинают строиться. Ну и осталось тогда вот сюда провести дороги. И тогда я точно буду доволен. Значит, что у нас здесь-то вышло? Здесь какая-то фигня у меня получилась, да? Если я вот так проведу, то минус маленький домик. Ну, маленький домик тогда идет нахрен, потому что мне здесь хотелось бы велосипедную все-таки дорожку. А здесь я проведу ее, понятное дело, вот отсюда. Ну и поверну просто-напросто вот сюда. Все, мне нравится, пойдет. Можно будет потом еще добавить деревьев для полного кайфа. Дорожки все есть, все катаются, все двигаются, город растет. Надо хотя бы вот это быстренько добить сейчас, да, потому что здесь у меня какая-то змея пошла вообще непонятная. Мне она не очень нравится, но вот сейчас я это увидел после небольшого перерыва с этой дорогой, и мне показалось, что надо что-то поменять. Давайте сделаем более длинные дороги, чтобы они были более плавными, потому что чем больше поворотов ты делаешь, тем меньше она плавной кажется. Ну и здесь я предлагаю развернуться, на этом пятачке что-нибудь построить, какой-нибудь парк, либо памятник, я не знаю, там вариантов предостаточно. Ну и, короче, как-то вот сюда, например, мы едем, здесь, например, поворачиваем чуть-чуть и выезжаем куда-то вот сюда. Но здесь пока тормозим, потому что я хочу просто вот это довести до конца, до самого, и уже определиться, что мы можем пока что еще где-то строить коммерцию. А, я понял, я без привязки играл. Ничего страшного. Где-то строить коммерцию, где-то нет. Ну, конечно же, клубничка моя, здесь надо именно так загнуться. Других-то вариантов у нас никаких нету, правда? Ну, давай хотя бы вот сюда уж, спасибо большое. Ну, и здесь то же самое, только эту можно продлить уже до самого-самого конца, и тем более прямо она устанавливается, что есть хорошо. Ну, ладненько, я думаю, что на сегодня надо закругляться. Вроде неплохой такой городок получается. Вроде мы победили историю с количеством жителей, которые необходимы. Вот здесь вот, на этой нефтяной штуке, нефть качается. Ну, понятно, что как бы надо здесь переделывать, потому что вот это вот неправильно. Здесь надо переделать как-то таким образом, что, скорее всего, перенести все это производство чуть-чуть вот сюда. Ну, мне так кажется. Не знаю, подумаем, посмотрим. Просто по-другому подводить въезды и выезды с этой промзоны. Ибо тут, конечно же, ситуация не очень вся выглядит по пробкам. Ну, в целом, по пробкам я не вижу какой-то проблемы. У меня почему-то постоянно здесь нет топлива, я не знаю, почему его не привезут. Почему это все не заработает? Заводики здесь пока тоже не очень адекватно себя чувствуют. Надо просто добавить рыбный промысел. Не знаю, буду ли я этим заниматься вообще, но точно мы должны построить с вами еще природный парк и доделать вот эту деревушку. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь. До новых встреч и пока-пока.